Вечером 22 января набережную заволокло густым дымом. Открытого огня видно не было, но запись, сделанная очевидцами, подтверждает – загорелся банный мост. На место были вызваны сотрудники МЧС. В тушении принимали участие 6 единиц техники и 19 человек личного состава. 21 час 33 минуты поступило сообщение о горении моста, расположенного по адресу город Иваново, улица Набережная. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В настоящее время проводится доследственная проверка. Предварительно среди причин случившегося называли возгорание мусора под мостом. Также очевидцы заметили тление электрокабелей под напряжением. С утра на место ЧП, чтобы лично оценить ситуацию и решить дальнейшую судьбу моста, приехали сотрудники мэрии. Там горит на разобранную часть изоляции тепловой, и, вероятно, там люди без определенного места жительства могли греться, и что-то там, наверное, неосторожное обращение с огнем могло произойти. Мусор там есть, но он вот именно вот больше к сетевикам, наверное, вопрос. Ущерб городской собственности причинен мизерный, сгорели несколько досок. Поврежденные пламенем балки и деревянный настил заменят в ближайшие пару недель. Ходить по мосту абсолютно безопасно. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.